Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Супер Тёма. Здравствуйте, ребята. И, как всегда, продолжаются приключения нашего зомбика Нубика. И что мы сегодня будем делать? Сегодня будем мы, ребята, играть в боевой пропуск. Фургончик торговца никуда пока что не делся, ребята, он еще здесь. В прошлой серии мы спрашивали, что же вы нам советуете, вы советовали. Ну, однозначно, я думаю, что разъединитель надо будет покупать, Тёма. Да? Получается, это что, ближнее оружие, но оно стреляет? Да? Ты сможешь встать издалека и кошмарить всех. Ух ты! Мы его будем брать 100%, ребята. Пушек у нас навалом очень хороших, вот таких, ну, основных. Я думаю взять вот этот пистолет, потому что он прямо вот с двух ударов запросто убивает. Не знаю, мне не понравился во всяком случае. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Остальное, не знаю, ну как бы не очень. Остальное, ребята. Что у нас по этому, как его там? По компании, ребята. По компании просто Атас и просто кошмар. Сейчас покажу, что это такое. А вот в чем Атас, ребята. Первый мы звездолет прошли, кубота прошли, телепортал прошли. Тут как бы, ну, нормально все, прыгаешь, бегаешь. Но здесь, в этом джамбоксе, застряли по полной программе. А я могу это сделать? Но Тёма пока не пробовал, это я пробовал ночью играть, короче, ребята. Ну, здесь это просто капитальный этот, паркур. Да. Не знаю, в общем, вообще никак не получается, вообще абсолютно никак. Это, хоть куда-то если пройду, потом обязательно сорвусь. За 5 минут я не успеваю. Вот если бы не было ограничений по времени, может быть, я и добрался бы до конца. Но за 5 минут я не успеваю. Короче, мы будем пробовать, а потом вам расскажем, а может покажем, получилось ли у нас или не получилось. Так, ну, а теперь, перед тем, как перейти к боевому пропуску, откроем сундучару, посмотрим, что-нибудь тут есть интересного или нету. Хотя тут ничего интересного в последнее время не бывает, я так просто уже по отлипу просто открываю, как бы. Вот. Ну, получили и получили. Ну и бог с ним, так сказать. Я больше возлагаю надежды на вот эти сундуки, ребята. Тут прямо они, в общем, нормальные, короче. Да. Много чего попалось. Вот уже мы какую-то башню-скворечник нашли и 5 золотых. А бывает и очень много всяких находим. Так, ребята, ну, не буду скрывать ничего, естественно, я скрывать не буду. У меня было много. У меня было много, но не хватало, ребята. Не хватало, поэтому я прикупил. Что я прикупил, ребята? Я вот сейчас нажму. Я прикупил вот здесь. 1320 за 5 долларов. Да, я вот это задонатил, ребята. 5 долларов. Это где-то 350 рублей в районе. Более плюс-минус. Ну, как бы так, потому что без этого не вариант. Я с прошлого, как-то там сэкономил кое-какие наличности с прошлого паса боевого пропуска. Теперь хорошо не передаются. Не знаю, не замечал, по-моему, раньше не передавались. Но, в всяком случае, мне передалось кое-что. Но, бог с ним, все равно пришлось задонатить. Давайте их улучшим и возьмем самый-самый обычный боевой пропуск. Вот этот дорогущий мы себе позволить не можем. Плюс 15 уровней. А уровни мы сами добьем, короче, ребята. Ну, в общем, покупаем, короче, ребята. Вот. Я тут 3 уровня прошел уже, а теперь вот это добралось, короче. Будем сегодня тестить вот эту пушку. Вот этот скинчик. Ну, питомец как бы появился, но пока что очень нубский. Випка на 2 дней тоже как бы не особо. И вот это я не знаю, что. Этого еще мало. Это к концу только соберется. Это... медуза. Ух ты. Ну, не знаю, папа, тяжелая. Отравление, урон по зоне отравлением. Капец, миниган еще добавок. Ого. Ух ты. Ладно. Так, ребята, что мы лутнули? Мы лутнули вот это. Да. Мифриловая винтовка. Муфлоновая, чуть не сказал. Муфлоновая винтовка. Мифриловая винтовка. Лазерная. Основное, Тёма, будешь сейчас пробовать. Да. И вот этот, я не знаю, что за нубозавр. Эльфийский принц. Ну, совсем, совсем какой-то он девочкообразный. Да. Едем вперед. Пати в бассейне. Что-то не подключается, Тёма. Только этим. Ой, давай. Давай. О. Ты убил, что ли? Да, убил. Да, убил. Почему месть? Тём, ты убил. Смотри, ты это как бы нормально играй. Направо-налево смотришь, там появляются сзади, там везде-везде смотри, как, что, кто, где. В общем, ты все это хорошенько проверяй. Не нуби. Я понимаю, что ты сейчас после этой, как его там, расслабился, как его там зовут-то, после кампании. Так, убил ты кого-то. Ух ты, уже устраните трех противников. Уже выполнил. Молодец. Слушай, ребят, по-моему, неплохое оружие, да, Тём? Да, хорошее. Хорошее, учитывая то, что оно еще не проапгрейжено, но денежки у нас есть, мы его сможем запросто проапгрейдить, ребята.
Поэтому я говорю, там системного администратора или как там тоже, который из основного, из нового набора, я не собираюсь покупать, потому что у нас есть много чего, вот в том числе и эта винтовка тоже. Ну, как бы нормальная она, нормально она мне нравится. Тем более с уроном по зоне, ракообразная пушка уже у нас есть, вот это там, не помню уже, как она называется. Ну, а это вроде не ракообразная, это надо так прицелиться нормально. Подойду. Давай, главное прицелиться здесь. Главное тут точно прицелиться, Тём. Если прицелишься, ты их всех прокошмаришь. Только выбирай одного и убивай. Вот так, правильно, правильно. Ой, сзади меня убил. Ну, правильно, они же тут возрождаются. Да. Ты бы убил, он возродился. Самое главное, ты выбирай одного и добивай. Как бы. Это же не так, что ты поубивал, то чуть-чуть, то другого, чуть-чуть, то третьего, чуть-чуть. По полной программе, до конца. Возмездие, убийство в голову, убийство в ухо, двойное убийство, поддержка убийства, супер... Нагибательство. Давай, иди вперед. Кто тебе прокошмарил? Полудохлый чувак. Как тебе не стыдно, Тёма? Какой-то полудохлый чувак. Прихлопнул тебя вперед. Иди вперед, вперед, вперед. Вперед. Вот. Ну, конечно, молодец, я имел в виду вперед, потому что там броня была. А, да? Да. Ну, уже ее уже, естественно, нет, Тёма. Она не ждала тебя. Просто если ты пошел бы вперед, у тебя бы броню спустили, ты стрелял бы, шел бы, подобрал левую броню бы, и был бы вообще капец. Нормально. Неплохо, неплохо, давай. Ну, давай. Так, ненормально. Давай. Ну, честно убили. Честно говоря, ты что-то переборщил немножко. Давай. Может, ты питомчиков тоже поубивай чуть-чуть? Да? Чуток, да. Ну, не успел. Победите в двух боях. Ничего, еще нам надо разик. Тёма, надо еще раз. Давай посмотрим. Ага. Аккуратно, не торопись. 10, а мне показалось, ты 10. Больше убил. Да, мне... Очень да, я думаю, что я 20 убил, 18. Я тоже думаю, что намного, как бы, давай, да. Ладно, ну не 20, но хотя бы 14-15, мне казалось, что было. Ну да ладно. Не, оружие неплохое, главное его теперь проапгрейдить. Так, ты старайся целиться хорошенько в них. Ага. Так, никого нету, кроме нас, Тём, пока что. Угу. Это наш. Вот он. И что? Вышел. А, он вышел. Он увидел тебя, Тёма, и испугался. Да. Он увидел Замгару и сказал, капец, я пропал. Да, он меня ничего не спасет. Меня ничего не спасет. Я пропал. Какой кошмар. Слушай, что в эту игру больше никто играть не хочет, кроме нас, как бы. А, да. Есть три наших и ни одного чужого. Как бы. А почему таким странным образом игра располовинила людей? Хотя бы одного кинула бы в противоположную группу. Нет, Тём, я советую тебе выйти и зайти заново. Да, давай. Давай, выходи. А, нет. Это ж... Не, мы подождем, ребята, чтобы нас ничего не списалось. Ну, мы как бы на видике перемотаем. Ага. Так, заходим заново. Посмотрим, повезет ли нам с игрой на этот раз. Хоть будет хоть кто-то. Тёма, ты так не пугай больше никого. Давай. Во сколько. Давай. Тебе нужно видеть игроков. Это не по зоне бьет, это бьет по мозгам. Поэтому как бы нужно обязательно, чтобы было кого попадать. Вот нормально, убийство в голову, головорез, ухо, зуб, зайцекрыл. Давай, зайцекрыл, вперед. Вот тут уже веселуха в полном разгаре идет. Охо, молодец. Я убил. Убил. Ничего, месть, убийство, ты тоже убил кого-то, слушай, тоже убил. Так, ты тут, давай. Убил, еще кого-то убил, уходи, молодец, холодец, вперед, ох ты какой шустрило, вот он, ух ты шустрой, тебя нету тебя, Тёма, нету, я только время тут потерялся, инициативу потерял только зря. Так, нормально, все отлично, не торопись, нормально, кошмарь, вот так, все. Да, ты ж тебя тут прям хорошенько, снайперка, вот тут еще, он хочет улететь куда-то, сзади. Вот. Нормально, успел твой питомец прикошмарить кого-то, ты решил уйти, да, Тём? Да, я. А зачем ты уходишь, тебя что-то убьют тут сейчас. Тебя убьют здесь, это обязательно. Ты один, а их тут много, Тём.
Ты один, а их тут много, поэтому по-любому как бы ты в проигрыше. Ну да. Да, ты в проигрыше. Надо вот вместе с товарищами, с друзьями, каждый попадает по пару раз и в общем итоге делает работу. Вот они, отлично. Отлично, вот нормально, вот отлично. Юпио. Отлично, ничего, сейчас он сдохнет. Давай, добивай. Все, классненько. Вот тут теперь. Вот так, не успел ты. Чуть-чуть. Ну, видно, в общем, не хватает. Тут не хватает этих по парочку левелов буквально не хватает. Вот он. Буквально, да, парочку левелов для оружия не хватает. Ну там не парочка, там десяточек левелов, ребят, не хватает, по-моему. И будет совсем это оружие топчик. Так, нормально. Меха убили, ухо тоже убили. Теперь вот этого, если убьем, вообще классно будет. Все, отлично. Шикардосик. Так, отлично. Убил. Нормально. Слушай, это должно быть больше 10, мне так кажется, во всяком случае. Ой. Что это намного больше, чем 10. Опять убийство, возмездие, удар в голову, выпечка, не знаю, селезенка, печенка и так далее, остальные всякие части тела, Тём. Тебя сокошмарил этот, как его там зовут, снайпер. Кто стреляет и чем стреляет? Свежим оружием, да, новым оружием стреляли, ребята, новым пистолетом, который продается у мясника, чуть не сказал, поражение. Жаль, что поражение. Да. Интересно, сколько ты наколошматил, Тёма? 15. Ну, вот я чувствовал, что было неплохо. Почему у нас так плохо? Кто-то у нас тут нубил, видать. К ним заходили, выходили, да. Десять. Неплохо. Мне кажется, очень даже неплохо, ребята. Оружие очень даже хорошее, очень даже интересное. Да, я бы сказал, что хорошее, да. А я бы сказал, что супер хорошее. Нам нужно будет обязательно его левелапить. Мы этим делом обязательно займемся. Сейчас мы даже выполнили какое-то испытание. Кстати, мы тут взяли что-то. Давай возьмем камень душ, ледяной дракон. Не знаю, что это за фигня, кому она нужна. И что у нас тут? И мы тут выполнили какое-то испытание. Вот, а всё. Ты на глаз. Больше ничего не нужно. Слушай, если мы выполним, мы получим 50 еще вот этих алмазиков. Да, это хорошо. И вот эту шапку какую-то, шлем гнома. Зачем? Ну, для декора, ну, как бы. Смешной гном. Ну, какие-то мы отстойные эльфики. Да. Короче, ребята. О, неплохое оружие, я бы сказал, даже очень хорошее. Вот так начали мы наш боевой пропуск, уже прямо 4 уровня прошли, и мы думаем, что очень даже скоро мы его полностью пройдем и добьемся всего интересного, что тут есть, ребята. А в следующей серии мы заглянем в фургонец торговчика. Фургончик торговца. Торговца-фургончик. Короче, заглянем к этому торговцу, к этому торгашу ненаглядному. И посмотрим, что же этот барыга нам сможет продать. Ну, вам, ребята, огромное спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Ставьте лайки. Ну, всем пока. Пока-пока, ребята.